Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале. Сегодня вы узнаете рецепт мощного средства, которое укрепляет ногти и стимулирует их рост. Просто поразительный эффект. Каждая женщина не понаслышке знает, что руки подвергаются огромным испытаниям, как бы мы ни старались этого избежать. И впоследствии кожа рук становится сухой, а ногти ломкими и поврежденными. Кроме того, постоянный стресс негативно влияет на состояние ногтей, делая их слабыми. Конечно же, косметические процедуры могут скрыть проблему, но, к сожалению, никогда не решают ее полностью. Некоторые женщины прибегают к поддельным гелевым ногтям, которые наносят больше ущерба, особенно при их удалении. Кроме того, многие люди обгрызают свои ногти, что приводит к коротким и даже болезненным ногтям. Вместо того, чтобы прятать руки, просто попробуйте этот метод на дому. Это альтернативный, естественный способ ускорить рост ваших ногтей. Ваши ногти будут сильнее и здоровее, но вам нужно будет применять его 2 раза в неделю. Это не так уж сложно, согласитесь? Что вам понадобится? 1/2 стакана апельсинового сока, 1 зубчик измельченного чеснока, 1/4 часть стакана оливкового масла и неглубокая тарелка или чашка. Приготовление. Сначала объедините апельсиновый сок и чеснок в мелкой таре. Затем поместите кончики пальцев в смесь и держите их там в течение 10 минут, после чего промойте руки и вылейте раствор. Наполните миску 1/4 чашки оливкового масла и замочите ногти в масле на 5 минут. Эту процедуру можно выполнять 2 и более 1 раза в неделю. Это также принесет пользу кутикулам и коже. Попробуйте, вы увидите результаты в кратчайшие сроки. Ну, а на сегодня это все. Пусть ваши руки будут всегда красивы. Поделитесь этим видео в соцсетях и добавляйте его в плейлисты. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновлений. До следующих встреч. Пока!